Сейчас мы исполним макам знаменитого композитора 14 века, который, имя которого я не могу произнести, Абдул-Кадр Мераги. Но жил он в Бухаре и был знаменитым теоретиком и композитором. И плавно перейдем в турецкую народную песню. Сыграем вам две балканские песни, точнее две сердца.
Значит, болгарская. Значит, первая песня будет болгарская, да? Прости, солнце, позволь, пожалуйста, не выходи подольше, потому что пастуху с девушкой нужно побыть вместе. Вот, и все заканчивается тем, что солнце встает, девушка поет, и всем хорошо. Вот, замечательная вещь. Солнце заходит. Кусайка.
опять же поется от лица девушки, которая просит некого Димча больше поглядывать на нее из-под каких-то очень широких полей его шляпы. Ну, в общем, дойди, наконец-то, Димча. Вот примерно в том месте. Чекам секој ден, да те видам близко крај мене.